Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракату. Совсем скоро наступит день, когда весь мусульманский народ начнет праздновать завершение святого Рамадана. К этому дню все мусульмане готовят душу и тело. Пускай же это состояние абсолютной чистоты сопровождает вас всю жизнь. Живите с миром на сердце, с любовью в глазах, с положительными мыслями в голове, с искренними словами на губах и добрыми делами на руках. Дорогие учащиеся, педагоги, сегодня мы собрались здесь в честь окончания священного месяца Рамадана, нашего мусульманского праздника. Слово для поздравления предоставляется директору Чекистского центра Партиханову Магомеду Магомирзаевичу. Саламу алейкум, здравствуйте, уважаемые присутствующие, в первую очередь выпускники 11 класса, которые в этом году последний раз с нами, с коллективом, с учащимися, которые присутствуют последним, можно так считать, днем ураза месяца, почти последним днем, который мы сегодня учимся. Иншаллах, у нас будет 2 числа ураза. Хочу всех поздравить этим месяцем. Хочется так говорить, что нам, вам, то есть, дали дополнительный день для отдыха, для того, чтобы вы навещали своих родственников, поблагодарить наше правительство Республики Дагестан. Потому что многие этого ждали. В предыдущие годы Рамзан Кадиров дополнительно такие дни давал. А вот теперь и Дагестан подарил вам нерабочим праздничным днем 4 число. Хотя у нас 2 числа ураза. Мне хочется поблагодарить ТВ Черкей в первую очередь. Почему? Потому что эти люди всегда освещали, показывали то, что мы делаем. Во главе вот с этим доблестным Нестуровым. Похлопали? Уважаемые учителя, я от души поздравляю вас этим месяцем еще раз. Поздравляю вас с наступающим нашим мусульманским праздником Ураза Байрам. Желаю вам здоровья, благополучия, чтобы всегда в России был мир. И в том числе и в Дагестане особенно. Чтобы мы всегда были патриотами своей родины. Чтобы мы всегда были для примером для всех стран всего мира. Еще раз хочу поздравить с наступающим праздником Ураза Байрам. Еще раз вам здоровья, благополучия и всех благ. Особенно выпускникам, которые в этом году получат свои аттестаты и пойдут по разным городам России продолжать свою учебу. Надеюсь, что все вы будете получать аттестаты, и вы все будете зачислены в высшие учебные заведения, а потом вернетесь в свой край, Дагестан, показать свой профессионализм. Девочки, самое трудное время в этом месяце, это было для учителей, учительниц, значит, женскому коллективу. Почему? Их надо больше поздравить, потому что им надо было утром вставать, им надо было, семью кормить. Им надо было на работу своевременно выйти, после работы еще готовиться к открытию уразы. Я сказал, но жай сахи, руча бихеч они, ни кхеч эль бихинал. Для того, чтобы успеть сделать то, чего раньше не делали, сделать больше благих дел, побольше выстаивать молитвы, просить Всевышнего простить наши грехи и дать нам возможность попасть в рай. Мы благодарны Всевышнему Аллаху за то, что Он нам оказал такую милость – жить в этом мире. Для вас с поздравлением выступают учащиеся 2 Б-класса. Здоровы, хорошо пусть будет дома, пусть сердца согреет вам праздник Ураза Байрам. Священным праздником Ураза Байрам желаю счастья, мира и достатка. Аллах пусть ниспошлет здоровья вам во всех делах успеха и порядка. Праздник мира и добра, солнца, света и тепла. Поздравляю правоверных с чистым Ураза Байрам. Пусть стираются болезни, словно карандаш листа, чтоб все печали все исчезли и душа была чиста. Ураза Байрам –
великий праздник света подарит вам волну здоровья и успеха, подарит небеса вам наслаждение, подарит счастье и хорошее везение. Молодцы, учащиеся второго класса. Праздник мира и добра, солнце, света и тепла. Поздравляем правоверных с чистым Ураза Байрам. Слово для поздравления предоставляется учителю родного языка Амирхана Заири Батиханам. Хвиал цалу хаби, гирфиша цел. Изнутли дия рак рак аль барки зину жида. Гитлер аришила буге бусурба бузу байрам айда шуку. Хар зину жи хала табу умруги, черхуя сахлиги. Клеги нужи кина зигу тавпиг. Салут бирхин хаби харути цину жи. Адит аришу, гитлер бач не бейда шуку. Рух хальда тубази, уртлачи камич угун кина зигу тавпиг клеги. Со своими поздравлениями выступают прекрасные воспитанники нашего детского садика. Давайте поприветствуем их. Аллах, я Аллах, Аминь, Аллах, я Аллах, Абу Хабиб.
малыши, он всегда вас защитит. Вы не бойтесь, малыши, он всегда вас защитит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. И чувством тепло сердца, все, что нужно, дал Аллах. И за все эти дары ты его благодари. И за все эти дары ты его благодари. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. И мистер, и мула просят каждый день дуа, что малыш ты жизни смог делать, что велит Аллах. Что малыш ты жизни смог делать, что велит Аллах. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Море, небо и земля, солнце, звезды, ты и я, Аллах благодарим, все для нас он сотворил. Аллах благодарим, все для нас он сотворил. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Ля иляха илля Аллах, ля иляха илля Аллах. Фитр, что в переводе с арабского означает «праздник разговения». И мы благодарим Всевышнего Аллаха, что смогли выдержать и выполнить свой пост, поскольку он является одним из столпов ислама. Мусульмане всего мира в этот праздник, в этот день будут поздравлять друг друга с этим праздником и желают, конечно, себе самого наилучшего. И мы хотим поздравить с этим праздником вас. Праздничный день, мы знаем, начинается с такбира. Что такое такбир? Такбир – это произношение слов Всевышнему Аллаху, и эти слова – Аллаху Акбар, что означает «Аллах Велик». Такбир произносится повсюду – в домах, мечетях, и мужчинами, и женщинами, и детьми. И давайте все вместе мы произнесем такбир. Молодцы! И наше мероприятие мы завершаем, предоставив слово ученику 5 класса Асламбеку Магомедарифу. وصحح اعتقادنا وكمل إيماننا واحفظنا في الدارين اللهم فقهنا في ديني وزهدنا في الدنيا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا الرزق طيبا وتوبة نصوحا واغفر لي ولوالدي واصلنا على القوم الكافرين واحفظنا من المكر والاستدراج وإن سور خاتمة والنيران اللهم أمتنا مؤمنين وارزقنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم آمين. Вам всем большое спасибо за внимание.